ребята, всем привет! В сегодняшнем видео мы хотим показать квартиру, в которой мы живем. Мы находимся возле дома. Я думаю, это как самый экскурсовод. Маш, кстати, тут сдается возле нас квартира. Ребята. Мы с соседями. Да. Короче, в этом доме мы живем. Вот такой он. Получается четырехэтажный. И на каждом этаже по одной квартире. Так, если что, мы в этом... Маша! Ты же после дверей стоишь. Я... Все, ребят, это наша квартира. Милости просим, заходите, разувайтесь. И мне разуваться? Ну ладно, ты можешь не разуваться. И сразу же мы попадаем в коридор, с которого мы можем пойти в нашу почивальню. А почивальню. Подожди. Что? Все, все, давай. Все. Здесь у нас две кровати. Музыкальная кровать. Ну это одна, типа мы сдвинули, ну, да. Да. Ну а что? И уродец этот, ребята, ублюдок. Тварь. Получил пси. И два шкафа. В принципе, все. Все как ковры. Это да, это у нас спальня. Мы здесь спим с Машей. Маша спит до 4, я обычно раньше сплю. Так, дальше проследуем. Дальше, куда? Я думаю, на кухню. Стоп, ребят, ну-ка нажмите на паузу, пока Маша вам покажет танец Gucci Flip Flap. Ой. Вы напишите в комментариях, как вы считаете, сколько мы в месяц платим за аренду этой квартиры. Это надо, когда уже всю квартиру увидят. Ну, в смысле, мы им скажем? Ну, только ж одну квартиру увидели, ребята. Одну комнату. Так, это, ребят... Дальше мы приходим в нашу великолепную кухню, большую, просторную. Да, она именно очень... Именно так. Именно большая, именно просторная. В коем-то веке, да, ребят, апельсины никто не сожрал. Да, у нас большая достаточно кухня, газовая плита есть, все. Покажи свой баллон, который ты боялась. Да, вот, газовый баллон и пакеты. Ребят, Маша очень просто боялась. Ну, в принципе, нормально. Гриль, который мы купили неделю назад. Да, кстати, купили электрогриль, можем зачудить вам кулинарный стрим, дорадо пожарить на нем. Да. И соковыжималка. И с балкона мы выходим, а не с балкона, из кухни мы выходим на балкон. Да. Тоже достаточно большой балкон, выходит на улицу, улица у нас, в принципе, тихая. Угу. Вон лимоны, кстати. Да. Вон там. И здесь машина припаркованная. Тут можно сушить белье. Еще мне нравится, что здесь есть кран, с которого, если течет вода, и можно просто помыть балкон сам. Или Маша с него пьет, когда ее сушит. Нет? Нет, пьет правда. А еще, ребята, я вам сейчас хотел вот что показать. Посмотрите. Короче, на балконе муж голодный, да? Зато для котиков стоит молочко, она туда курицу им ложит постоянно, кормит все. Да. Дальше мы проходим в гостиную, где у нас три дивана. Маш, вот этот диван давай это самое отдадим, что он да, будет? Этот диван не должны отдать, потому что он нам нравится. И вместо этого нам привезли вот этот. Слушай, а ну подними вот этот, приподними, я посмотрю, что там. Прямо сейчас тебе надо приподнять? Не диван, это... Покрывало это. Да, это. Ну, нам привезли вот этот диван 2 дня назад или 3 дня назад. 2 дня назад мы заносили с Машей пятюню качу. А Маша его все передвигала сама. Да, Маша, тут кондиционер. И тут у нас дрон. Управление и GoPro, но это на будущее, ребята, мы тут. И вот здесь я хочу телевизор еще, чтобы висел. Вот здесь. Да, вот здесь будет телевизор висеть. А там у нас... Ну, короче, это гостевая, приезжайте, можете тут ненадолго полежать. Дальше у нас
поспать. Комната идет. Обычная. Туалет, ванная. И смотрите, значит, смотрите, ребят. Заехали, да? Это будет моя полочка. Бабская полочка. Все дела там, туда-сюда. А это будет твоя полочка. Угадайте, что здесь моего? Вот. Вот. Твое все закрыли. Больше твоего здесь ничего нет. Не, щетка зубная, извиняюсь. Ну, а ты что хотел? И вот эти палочки она там купила. 30 лир потратили. Никуда. И это и самое... Мы заходим в главную комнату. Нашего дома. Комнату это... У нас кабинет Жени. Стримерская, заходи, там просто да. Место. Тут тоже есть, кстати, кровать. Но на ней никто не спит. Тут даже, вон, видите, постельное белье запаковано. И это самое, шкаф. А вот здесь... Происходит чудо. И магия. Да, кепка, хромаки, и вот здесь еще кондиционер. А вот теперь вы можете нажать на паузу и сказать ваше мнение. Сколько вы думаете стоит эта квартира в месяц? Интересно будет узнать, сколько мы заплатим за месяц за электричество. Да. Ну, это мы тоже потом скажем еще. Да, обязательно. А еще у нас есть такая мини-кладовая, но... Не, давай покажем, все равно это же тоже как комната. Ну, хоть мы ее не посещаем. Да, мы ее не посещаем, но у нас два туалета получается, и вместо этого обладаваем. Ну да, это разное складываем. Вот такая вот комната, вот такая вот. Квартира, мне очень нравится планировка, она такая нормальная. Ну самое большее, что тебе нравится в этой квартире? Я, наверное, больше здесь времени провожу. Я могу здесь сесть, залипнуть какие-то видосики. И готовит, тут моет и стирает. В принципе, вот такая. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько стоит эта квартира. Что? Думаешь, уже написали? Думаю, уже написали. Ребят, давайте. Маш, сколько? Эта квартира в месяц стоит 1650 лир. 16 500 рублей. Да. А если на гривны, то это... Подождите. 3... Ну, короче, сами посчитайте. Посчитайте сами, напишите комментарии. Я надеюсь, вам понравился такой наш мини-обзор квартиры. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Мы погнали. Нам нужно... погнали на рынок. Да, нам нужно снять вам еще видео по ценам на рынок. Так что мы отправляемся на рынок. Всем пока.